Оценил бы подготовку, ну, наверное, ближе к отлично, потому что состояние ребят очень удовлетворительное, очень даже такое хорошее, с нагрузками справляемся. У нас есть оперативный контроль биохимический, медицинский, поэтому по этим показаниям повода для беспокойства никакого нет. Вот. Также видеоанализ тренировок показывает, что ребята находятся, как у нас на спортивном сленге говорят, на хорошем ходу. Поэтому результаты нас пока радуют.